Привет! Меня зовут Геннадий Подрезов, я барабанщик группы. Также сессионно работаю в различных проектах. Сейчас я участвую в революции Level 360 от Evans. И сегодня мы заценим пластики для малого барабана. Производитель утверждает, что пластики звучат прямо из коробки. Малка, иди послушай! Неверно! Тест-драйв мы будем проводить на моем любимом 12-дюймовом грайндовом барабане Pork Pie. Для тест-драйва я выбрал ударный пластик Power Center Reverse Dot и самый популярный резонаторный пластик для малого барабана Hazy 300! Как вы уже заметили, пластик отдавили на Почте России. Но здесь нас спасет мой 13-дюймовый барабан Tama Metal Works. Для настройки барабанов я использую ключ. Пластики действительно быстро устанавливаются и легко настраиваются. Нет больше необходимости обкладывать края малого барабана гречихой для более плотного звучания. Ударный пластик я настраиваю ниже, чем резонаторный, потому что резонаторный лучше один раз затянуть, а то снизу потом за**бывают его постоянно подтягивать. По условиям данного проекта я сыграю вам грув или фишку. Перебивай, Серег! Ну что ж, давайте заценим, как звучат пластики в разных жанрах. Как вы уже поняли, пластики Evans очень легки в настройке и к тому же отлично звучат. Но после установки новых лощеных пластиков возникает вопрос, что же делать со старыми? Поужинайте при свечах, а лучше проведите незабываемый отдых с друзьями, ведь есть все равно удобнее из тарелок. Спасибо организаторам за возможность поучаствовать в данном проекте и за отменные пласты. Спасибо вам за просмотр.